Весной как можно больше времени охота проводить на природе. Причем погреться выходят не только люди, но и белки. Эти милые дружелюбные зверьки уже покинули свои зимние укрытия и сейчас с удовольствием берут с рук орешки. Белки обитают почти во всех московских парках, но шанс их встретить увеличивается на тихих и спокойных аллеях. Мы пришли в Измайловский лесопарк. Сотрудники парка в шутку рассказывают, что белки – хозяева этой территории. Пушистые красавицы не боятся ни собак, ни людей. В основном они обитают на деревьях. Но если вы пройдете рядом и пошумите кормом, животные сразу прибегут полакомиться. Или сами найдут вас на лавочке. Кормить белок лучше сырыми, нежаренными семечками, кедровыми орешками и фундуков. От экзотического арахиса и кешью они могут и отказаться. Да и забывать не стоит, что жареная пища животным вредна. На парковых тропинках можно подышать свежим воздухом и сделать отличные фотографии. А если лесные зверьки к вам привыкнут, вы сможете и погладить их по гладкой шерстке. Корма лучше брать с собой много. Покормишь одну белку, и остановиться будет трудно. Настолько это милые и дружелюбные зверьки. К тому же, излишки корма всегда можно оставить в кормушке. Встретить белок можно в парке Горького, Филевском и Чапаевском парках, а также в музее-заповеднике Царицына.